12 мая в Хасавюрте во Дворце культуры «Спартак» состоялось торжество, посвященное 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Мероприятие стало итоговым фестивалем общегородского конкурса марафона литературных краеведческих экскурсий «Гамзатовские строки на карте Хасавюрта», проведенного по инициативе и при поддержке депутата Народного собрания Республики Дагестан Якуба Умаханова. В апреле 2018 года в акции приняли участие более 2000 хасавюртовцев. Проект вылился в масштабную панораму всенародной любви к выдающемуся писателю 20-го столетия и глубокого интереса к его литературному наследию. Почетными гостями торжества стали представители творческой интеллигенции Республики Дагестан, известные писатели, деятели культуры и члены правительства и Народного собрания. Саид Паша Умаханов, министр промышленности и энергетики Республики Дагестан, депутаты Народного собрания Анна Безрукова, Гамидулла Ахмагомедов и Ризван Галоев. Слово для открытия мероприятия было предоставлено главе Хасавюрта Зайнудину Акмазову. В апреле стартовал конкурс-марафон, двухнедельный конкурс-марафон «Гамзатовские строки на карте города». Целью марафона являлось показать и жителям, и гостям столицы, места, с которых начинается малая родина. Далее слово для приветствия гостей было предоставлено инициатору марафона, депутату Народного собрания Республики Дагестан Якубу Умаханову. На протяжении всего экскурсионного маршрута гостеприимно распахивались двери многих домов. Много интересных историй о неоднократных визитах Расула Гамзатовича Гамзатова в Хасавюрт поведали нам старожилы нашего города. Краеведческие экскурсии, подготовленные командами разных образовательных учреждений, хоть и значительно отличались по форме, но по глубокому внутреннему содержанию преследовали одну цель – показать, как народные традиции формируют дагестанской молодежи лучшие человеческие качества. Слова поздравления с проведением марафона и фестиваля также выразили Гамидулла Ахмагомедов, заместитель председателя Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму, и Магомед Ахмедов, председатель Союза писателей Республики Дагестан, прочитавший для гостей произведения поэта. После выступлений была проведена церемония награждения участников марафона, которую провели гости. В их числе была и дочь народного поэта Салихат Гамзатова, которая поблагодарила автора идеи творческого конкурса Якуба Умаханова, руководство города, за проделанную мою работу по увековечению памяти отца. Хочу еще сказать такие слова. Мой папа, когда приходили в гости, говорил, вот я построил дом, а домом его сделали люди, которые сюда приходят. Вот Хасавюрт – город, который, наверное, как многие города Дагестана и России, ну, их можно еще лучше оснащать, улучшать дороги, здания. Но главное, что здесь есть прекрасные люди, которые сделали этот город действительно домом для дагестанцев и для поэзии моего отца, и для поэтов, и для всех людей культуры. Вот за это огромное спасибо. В творческой части торжества звучали песни и стихи Расула Гамзатова в исполнении заслуженных и народных артистов Республики Дагестан и заслуженного артиста России Магомед Тагира Курачева. Песни известных композиторов по стихам Гамзатова были исполнены лауреатами международных вокальных конкурсов. Вся концертная программа сопровождалась исполнением народных танцев хореографического ансамбля «Эхогор». Автором идеи и режиссером-постановщиком представления выступил заслуженный артист Республики Дагестан Даубек Гасанов. В завершении мероприятия со словами поздравления выступил первый заместитель министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Арслан Арсланов, который поприветствовал всех собравшихся и подчеркнул высокую самоотдачу каждого участника марафона и фестиваля. Также Арсланов отметил, что его визит совпал с приятной миссией – вручение почетной грамоты правительства Республики Дагестан Якубу Умаханову за достигнутые трудовые успехи и высокий профессионализм. Сегодня у меня приятная миссия по поручению председателя правительства Республики Дагестан Артема Алексеевича Сдунова за достигнутые трудовые успехи и высокий профессионализм почетной грамотой награждается Умаханов Якуб Саидпашевич.
Вика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».